Слушайте, друзья, она... Саша мне уже говорит, мама, мама, выходи, тебя ждут. Я говорю, позже я дам. А она приводит маленького котеночка беленького, совсем маленького, крошечку. Вот этого вот. И она его привела. Вот такая здесь легла и говорит, не бойся, проходи, это безопасно. Но он все равно боится. Сейчас, собака, ты получишь. Видели, собачья морда такая высунулась? Мама сейчас ему даст. Ты молодец. Котеночка потеряла. Он спрятался за плиту, за вентилятор и за плиту. Иди. Иди, иди, иди. Иди, кушай. Набирайся сил. Мама тут. Собака смотрит там из-за... Издалека уже. Все, иди к своему малышу. Иди, проверь. Все хорошо у него. Я, друзья, сейчас немножко поспала. Просыпаюсь, меня чуточку знобит. У меня температура 37. Давай, пока. Давай, ловью. Ага. Он говорит, пошли прогуляемся. Говорю, что-то у меня сил нету. Я просто вот от шока, реально от шока, что меня вот укусил кто-то в воде. Вот. Говорит, давай я сегодня посижу дома. They not eat rice, they not eat bread. Other people, shop people, they give them food. Да, в Индии, говорит, мы им даем то, что они едят. Это американцы, говорит, для бизнеса принесли кошачью еду, собачью еду. 20 лет назад, говорит, мы их как кормили, чем сами питались, так и кормим. Для вот пляжных, бездомных печеньки сейчас люди еще дают для разнообразия. Ушел котик твой, да? Ушел котеночек. Ну, ты знаешь, где его искать. Он всегда где-то там прячется. Так, ну придет хозяин-то полить цветы-то. Ой, блин, придет хозяин полить цветы. Откуда столько воды? А почему? А этот сухой совсем, а этот прям залитый. Сейчас я его попробую, поделюсь. О, из этого горшка всех полила. Давай еще раз. Ты же за двоих должна есть. Давай, давай. Понимаю. Ешь за двоих. Не наедается. Откуда так много песка? От кошачьих много песка. И от нас тоже много песка. Ешь, ешь, не отвлекайся, я тебя обойду. Вот так вот по контуру. Потом промою еще раз. Собачка, ну извини, вас там кормят эти магазинные. Я не буду тебе кошачий корм давать.
я у девочки тоже вымою, потому что тут по большей части наши подопечные царят. Ну, не только, конечно, наши, но... Друзья, я буду не один раз вот так вот махать шваброй, так что... А там в углу не буду вообще нисколько. Там вон пробки у него спрятаны. Он ей, видать, будет антимоскитную сетку приколачивать. Чуть-чуть осталось. Значит, наелась уже. Доела бы, а то собака придет. Я заберу, конечно. Заберу в дом. Прячу. Доедай, доедай. Накопи сил. Молочко будет. Ребенок будет сытый. Чалу, дарлинг. Пошли. Закрой. Немножко мы на сансет решили сходить. Посмотреть, как солнышко садится. Купаться я уже не буду. Не потому, что я боюсь теперь этих кусак, а просто потому, что меня пока немножко знобит и хочется спать. Ну и вам хочется показать солнышко заходящее, если оно, конечно, уже не зашло. Хэппи-хэппи. Already not so hot, да? In the night. Сейчас уже так хорошо ночью, намного лучше, вот, чем две недели назад. Прямо вот как раньше было. Нормально, да, очень хорошо. Я даже иногда свой вентилятор отключаю. И нижний, и верхний. Представляете, и Саши тоже верхний отключает. Лотос Сутри музыка громыхает. Дискотека, наверное. И здесь музыка. Everywhere yeah. Music. If no music, they will try. No, what can I do? Да, без музыки, говорит. Try to forget your problem, you know? Они будут огорчаться, что нету клиентов. Ой, как они громко врубили. Я хочу океан слушать все-таки. Ой, а чего там в белом платье? Ага. Уж не невеста ли? Под каждым столом по личной собачке. Здесь собачка. Здрасте. Здесь собачка. Там собачка. Everywhere dog. Вот так вот. Есть крыша над головой, да и хорошо, правда? Да и so noisy. Соль и лимон сода. Поснимаю немножко. I will make тора-тора. Джелти-джелти. Опоздали. Как хорошо все-таки здесь. Еще я сразу-то не пришла. Ой, ну наконец-то музыку потише сделали. Интересно бы знать. Тут рыбьи головы и хвосты. Они, наверное, собачкам, что ли, раздали? Oh,
Вот такой вот виртуоз-официант. Не знаю, доплачивают ли ему за такие чудесные умения, но он завораживает, когда начинает вот это вот все крутить, а потом подходит к клиентам, которым все равно, где поужинать. Это здорово. Не заплывайте, меня укусило сегодня кто-то там. Не заплывайте так далеко. Как всегда, борьба местных с понаехавшими. Местные собачки ругаются. Happy life. Let's celebrate something. Давай что-нибудь отмечать. У меня соленая сода, у него сладкая. You order for you sweet soda? Yeah, yeah, yeah. I don't want chai anymore too much. Да, говорит, надоел уже чай. Он столько его пьет за день. Но если приходишь в кафе, то как не заказать? Хоть что-то же надо. Наша такая пошевелилась немножко. Не пора ли вступить в бой? Не пора. You think this is star? Yeah. Maybe this is UFO. No, no, no. Может быть, это НЛО. Он говорит, что это звезда. А это под нашим столом лежал песик.
Наши поддержали, поддержали, молодцы, да вы молодцы. Правильно, ну главное хотя бы свой голос, да? Лайк вот этой вот этому флешмобу поставить. Поддержку. Спасибо, детка. Hello. Закат и закат. А мама? Покажи мне шоу. Ничего страшного. Ой-ой-ой. Хорошо, отлично. Вот. Отлично, Тенти. She don't want to run. She only want to support them through voice. Она не хочет бежать, она только хочет их поддержать. Наша самая умная, ты молодец. Экономишь силы, энергию, молодец. Я на твоей стороне. You know, if it is going up the hill, it automatically comes, but this is not hill, it's coming down. Little bit hill, maybe. No, you see, mom. Так, говорит, волны появляются. Мне кажется, back. Может быть, луной и чуть-чуть поднимает океан, притягивает. But я не знаю, почему он... Почему волны накатывают в самом деле? Вот это непонятно. Мне вообще... Да, говорит, я должен буду спросить у Кришны, когда уйду. Туда, к нему. Говорит, у меня есть несколько других вопросов, но это важные вопросы, которые, говорит, я хочу спросить Кришну. Да, у меня тоже два вопроса. Почему самолеты не падают и почему ток течет по проводам и не вытекает из розетки? Вот, очень у меня важные вопросы тоже. А так еще Саши сказал, говорит, мы учимся через боль. Тебя сегодня укусила эта рыба или крабик. Но, говорит, люди учатся через боль быть добрее. Ну да, наверное, своя боль понятна. Поэтому я ему и говорю, что, наверное, в прошлой жизни, да, я этих рыб тоже кусала. Говорю, может, я рыбаком была? Ну а чего делать? Надо было кушать, видимо, если я была рыбаком. Woo!
Я бы, говорит, хотел быть художником и рисовать такие закаты. Darling, you can take one, two lesson from our artist. Я говорю, ты можешь взять один-два урока у нашего художника. Он говорит, не надо, это все в нашем уме. Говорит, я знаю одного человека, он был доктор, а потом внезапно раз и начал рисовать. А у нас же тоже зрительница одна есть, замечательная, она нам картину привезла. Внезапно раз и начала рисовать картины, списки с великих картин. Это потрясающе, у нее столько замечательных картин нарисовано. Дерутся. Он говорит, они играют. Нет, они дерутся, реально дерутся. Он говорит, это индийский менталитет, а они хотят показать другим парням, что мы деремся. Другим людям. Ну, я не знаю. Нормально показали. Он говорит, ты знаешь, говорит, жизнь скучная без движухи. Ну, может быть, да. Все. Кто-то уже начал кусаться. Somebody already bite me. Я говорю, меня уже кто-то кусает. Он говорит, ну они же должны кусать, ведь ты же их еда. Я говорю, почему ты так говоришь? Ты должен сказать, я их тоже укушу, раз они мою дарлинг укусили. Он говорит, я вегетарианец. Но я их, говорит, убью. Это наказание. Ну, хоть так, да, на словах же. Я должна знать, что ты меня защитишь. They making funny puri, I think. Вот это да. Ну, давай. Давай, одну тарелочку. Be careful, mama, don't fall down. Ой, ты меня испугал уже. Пани пури фреше? Only two and two, okay? Mama, put your phone inside. Хорошо. No, two, three, three. Три-три, ладно. Не две-две, а три-три. First day today working. First day or you work before? Ой, а что это? Я его спрашиваю. Первый день, что ли, работаешь? У нас самих не было неделю. Я его просто первый раз вижу. Он начал со вчерашнего дня работать. Вот такие вот шарики сделаны. Мне кажется, они сделаны смесь манки и ата. Я не хочу, чтобы ты этот стол уронила. А что, я на него не сажусь же? Слушайте, нет, ну блин, столько этих указаний. Да. Одевает перчатки. Хорошо. Thank you. You make sure don't go behind. Это вот шарики так делаются, значит, раскатываются вот такие маленькие лепешечки, вот, ну, вот по диаметру шарика, из, мне кажется, смесь муки и манки, и в кипящее масло. И они становятся вот такими вот большими хрустящими шариками из-за манки. Вот они держат эту форму. И потом они их проковыривают дырочку, туда добавляют, ну, там картошку, чану, еще что-то. Много есть разных вариантов. И добавляют водичку такую спайси. Тоже несколько вариантов. Много есть. Кто что хочет, тот то и добавляет. Вот. Вот так вот она смотрится. А ест вот так вот. В общем, мы взяли по три шарика. Три и три. Шесть. Ю, фу ю, фу папа. Ты ешь. Он нам экстра дал еще один подарочный, седьмой. Thank you. Bye-bye. Bye. Китнам? 3-0?
5 рупий одна штучка. 30 рупий. Ну вот и наелись. Дина. First Dina. Первый ужин. First Dina. Very good. У нас же еще Губи Манчжурия, но мы должны это съесть. Ой, раз не съели в обед. Happy life. Ждет, как будто бы час назад и не евший. Ну, сейчас, конечно, сейчас сначала котики, потом папа. Друзья, счастья вам, здоровья, добра и процветания, всего самого наилучшего. Уж, наверное, не буду вас мучить вечерними котиками, хотя кто знает. Может, когда если соберутся все, может быть, и будем кормить вместе. Всех обнимаю, всех люблю, всем добра и сметаны, и вискоса, да. Да чего же эта кошечка воспитана, она не орёт. Она спокойно сидела, и плюс вот и она котеночка привела уже в эту сторону маленького. Давай. Она спокойно сидела и ждала. Ты молодчинка. Ну, веди своего малыша. Она ему, видимо, объяснила, что здесь нормально, здесь не гоняют, не обижают, и ты можешь сам попробовать поесть. Такая мама хорошая, волнительная. У нее еще есть маленький рыженький. Приводи рыженького уж, че уж теперь. Молодец, она действительно вежливо ждала. Не кричала. А где второй-то, который кричит все время? Не знаю, пошел куда-то рыбу ловить.
Он Саши посуду моет, слышу. Включил воду. Какой молодец. Вот представляете, вот все время, пока мы ужинали, час, беседовали. Я думала, придет второй котенок, начнет орать, тогда я выйду их покормлю. Она сидела молча, привела этого котенка. И целый час они сидели, ждали. Но правда, она как бы много сегодня ела. Это, может быть, четвертое кормление. Тимоненький такой, такой хорошенький. Какие они хорошенькие, действительно. Люк-люк, папа, папа, шибринг, шибринг, бэби, so nice, it's so touching, да, это так трогательно. Да, нам это нравится, умничка, умничка, молодец, что привела, не бойся, мы вас в обиду здесь не дадим.